Всем привет! С вами снова Шарт, и мы продолжаем проходить игру Врата Бальдура 2. Тени Амна. В прошлый раз мы немножечко покуролесили с этими летающими глазиками, вырвав один и забрав его. Ну, заодно еще грабанули одного лича. Поэтому я сейчас предлагаю вам грабануть еще один дом. Почему бы и нет? Поэтому мы продолжаем. You need me? I'm here to help. Ready for anything. Yes? You be a vert. Nature serving a word. Yep. At once. Now I remember why traveling with you was always so much fun. I'll help however I can. Happy to help. To try to help, anyway. Yes! What do you want? Ustanza dost. What can I do to help? Oh no! I'm ready. Only what you deserve. Oh no. Oh no. You need me? Huh? The hero is on the job. Yes, it's already done.
раз не работает страх, тогда мы дунем. Если не дунуть, чудо не случится. Gotcha good. For me. No, I'll show you a fight. All victory is her doing. Кто эти посторонние? Как они прошли сквозь защитный барьер? Ха! Это должны быть убийцы. Давайте с ними разберемся. No more room for that. Dropped it. Yes. I am yours to command. Vita Mortis. Something else? Vita Mortis. Right you are. Thank you.
Если такое количество жемчужин загнать, то может такие бабки срубить во вратах Бальдура. Жесть. Вот это мы удачно зашли. Неплохо так. Грабанули этих неженок. You need me? Sha guides my hand. Manus potentis parum. Enthusiastically. I never saw much of the cities from the circus. Are they all so crowded like this? I'm here to help. Теперь дому Джеллат придется набирать себе других представителей, ну и новую Матрону выбирать из того, что выжила. Yeah, there's always more for a hero to do. I should make a list. А, королева-паучиха улыбнулась нам. Наша игра не прошла впустую, дочь. Наш герой принес нам кровь, которая нам нужна. Слава, Лолс. Ритуал, в конце концов, может начаться. Дом Диспана будет править устнато, без вопросов, как главный дом. Воистину. Но мы должны быть осторожны, дочь. Всегда осторожны. Ритуал может быть испорчен, прежде чем... Точнее, ритуал могут прервать, прежде чем он начнется. Серебряный дракон может отчаянно вмешаться. Ты собираешься запечатать город, Матрона? Да. Нас нельзя беспокоить снаружи. Я отправлюсь сейчас и начну подготовку. Это будет славный день, воистину. Велдрин, ты оказал величайшую службу дому Диспана. Ты будешь мужчиной без равных. Кому-нибудь равных. Богатство и рабы будут твоими. Я распоряжусь, чтобы это так случилось, как только будет завершен ритуал. Теперь время тебе отдохнуть, силач наш. Тебе больше нечего доказывать мне. Ну, я с ним еще не закончила. Велдрин, пройди в мои личные покои. Я ожидаю тебя встретить там через час. И это не просьба. What can I do to help? Давайте пока, если сможете, осмотрим храм. Must gather your party before venturing forth.
I'm here to help. You need me? Ah, it is you again. Велрим? Хорошо. У меня план. План, который сделает меня главой дома Диспана. Тот же момент, когда мы будем занимать свое право, наше место как главного дома Устната. Мой план включает тебя, Велрим. Без твоего своевременного прибытия ничто из этого бы не стало возможно. Делай, что я скажу, и твоя награда будет... Твою награду даже невозможно представить. Откажи и... Ну, почему бы ты стал отказываться? Ты получишь все, Велдрин. Все! Чтобы план наш удался, тем не менее, тебе нужно предать Матрону. Ты хочешь это сделать? Подумай над ответом. Я не имею никак ничего против предательства Матроны. Хорошо. Тогда ты поможешь мне в моем плане и получишь награду, как только я стану новой Матроной. Ты слышала о том, как Матрона сказала насчет ритуала? Матрона призовет могущественного демона, Велдрин, который поможет Дроу в нашей атаке на поверхностных эльфов. Значит, война? Открытая битва между Дроу и жителями поверхности не случалась много лет. С могущественным демоном, который поддержит... Я действительно действительно интересно, что же, почему Иреникус бы стал это делать? Кровь — это компонент этого ритуала, который используется для привлечения внимания демонов, и чтобы он явился пред нами. Но, что самое славное, дом Диспана получил яйца Серебряного Дракона, который охраняет путь на поверхность, по которому мы, Дроу, спустились давным-давно. Удерживайте яйца в качестве заложников. Мы удерживаем дракона от вмешательства. Даже лучше, Матрона собирается их использовать как подношение для демона, чтобы он помог нам. Воистину, какой демон откажется? Дом Диспана открыл дорогу для войны и призвал ее самого могущественного воина. Мы уставим главными. Но нет никакого правила, которое отмечает, что Ардулас должна быть матроной такого могущественного дома. Направляйся в сокровищницу, Велдрин. Укради яйца дракона и замени их убеждающими подделками, которые я сделал. Затем ты принесешь настоящие яйца мне. Матрона предложит поддельные яйца демону и будет убита. Затем я предложу ему настоящие яйца. Ритуал будет завершен, и я стану Матроной. Вот, этот ключ к сокровищнице и поддельные яйца. Возьми их. Возвращайся с настоящими, прежде чем ритуал будет начат. Я предупреждаю тебя, стражи постараются остановить тебя в сокровищнице, если они тебя увидят. Убей их, если только должен. Используй невидимость, Велдрин. Теперь иди. At once. The hero is on the job.
Как изысканно коварно, честное слово. Но ведь мы еще кое-что не закончили. Этот лист... А вот и то, что я думаю. Делдрин, превосходно. Я нашел тебя. Я присматривал за тобой какое-то время, находясь в городе. Я не знаю твои цели, или послушаешь ли ты меня, но у меня есть кое-что, что я могу тебе предложить. Кое-что дать этой предательской шлюхе Фере, что она заслуживает. Я проследил за ней и видел, что она сделала дубликаты драконьих яиц. И понял ее план. У меня есть вторая копия. Фера сделала так, что ее копии она отметила таким образом, что она смогла бы их узнать. Но на этих такой отметки нет. Это обманет ее, если ты дашь ее, точнее ей их вместо настоящих яиц. Возьмешь ты их, Велдри. Возьмешь ты их и передашь ей. Да, я так и сделал. Спасибо тебе, Солофэн. Хорошо. Какова ни была бы твоя цель в этом городе, мне плевать. Но раз ты спас мою жизнь, ну, я могу пожелать, я буду тут здесь, когда я смогу увидеть выражение ее лица. Прощай тогда и удачи. You must gather your party before venturing forth. Yes? Yep. Ready for anything? I find this the most satisfying. I'll help however I can. What can I do? You need me? Yes, at once. What can I do to help? The hero is on the job. You need me? Huh? It's already done. Все прошло без сучка и задоринки. Tis a job for me.
Enthusiastically. Ah, it is you again. О, ты мое чудо, мой бриллиантовый мужчина. Воистину ты чудо. Ты сделал, как я просила, вернулся ко мне с яйцами. Где же они? Вот. И дать ему ей яйца Солофена. Так выглядят яйца дракона серебряного? Да, должно быть, это они. Спасибо тебе, Велдрин. Ты отлично себя показал. Я направлюсь в храм для ритуала. Я ожидаю, что ты будешь на месте. Время моей победы. Направляйся в храм, до встречи со мной. И не опаздывай. Или я буду очень зла. А, вот они. А, думаю, что это ты тот, кого я должен найти, да? Слуга верный серебряному последователя. Серебряный служит тебе. Или делает для тебя свое дело, не имеет значения. Наблюдал за тобой? Я да. Очень интересное время наблюдать за тобой. Хитро. Обман на обмане. Яйца серебряные защищены от опасности, от любой. Но вытащить из города должен ты. Заперт магически. Перекрыт барьером город. Смерть Матроны Ардулас первой должна быть, если ты хочешь сбежать. Как только мертва Матрона будет, сбежать с яйцами должен ты. Много гнева придет от жриц, но... Минуты могут быть у тебя, может быть, прежде чем твою маскировку раскроют. Быстро должен бежать ты. Подведешь серебряного дракона, если придет за тобой, она точно. Нравится это ей не будет. Спасти яйца должен ты. Дочери Матрона идти должен ты. А ждать в храме будет тебя. Время очень важно. Удачи желать тебе, я, человечишка. I'm here to help. Ну да, как у гроба. Ангел в небе, гроб в могилке, дверь за дверью, сон во сне, обман в обмане, план в плане и прочее. It is you again. Ты пришел. Ритуал скоро начнется. И мое возвышение будет воистину приятным. Давай поспешим, Велдрин. Come before me. Очень хорошо. Все берега давления сделаны. Время начинать ритуал. Через несколько секунд дроу станут дома Диспана станут главными. И первыми среди них. Убедись, что никто не помешает моему призыву. Когда появится демон, не вмешивайтесь. Ошибка любого из вас заработает быструю смерть и вечную пытку. А теперь я начинаю.
я пришел. Ты вырвала меня из моего плана, темная. У тебя должна быть хорошая причина. Или ты заплатишь темной кровью. У меня есть хорошая причина, лорд Ям-Ада. Прошу вас о помощи в деле Дроу, в войне против наших невидимых нами сородичей из поверхности. Вырезать их бледную плоть. И какого рода подношение ты хочешь мне принести за такое деяние, темное? Какую оплату ты хочешь за мою помощь? Я предлагаю тебе это, лорд демонов. Яйца серебряного дракона. Праведное создание света. Они твои, делать все, что ты хочешь, взамен на твою помощь. Глупая темная! Ты думаешь, меня так легко разыграть таким простым обманом? Меня! Что вы имеете в виду, о темный лорд? Это подделка темная. Я бы взял такую вещь, будь она настоящей. Но сейчас ты оскорбила меня. Сгинь, маленькая темная женщина. Нет, нет! Лол, защити свою верную... Как ты смела меня вызывать? Как ты смела меня искушать яйцами ненавидимого серебряного дракона, но затем обмануть меня? Я искушу разорить этот город и сжечь дотла. Постой, демон! Я дочь той, которая призвала тебя, и у меня яйца, которые ты ищешь. Я предлагаю их тебе в качестве подношения. Отличная шутка была над тобой разыграна, дочь темная. Яйца, которые у тебя в руках, тоже подделка. Что? Нет, это Велдрин? Велдрин, что ты сделал со мной? Ха, дитя Баала убило тебя, темная дочь. Это действительно весело. Подходи и будь убита. Нет, я уничтожу тебя, Велдрин. Я найду тебя и съем твое бьющееся сердце. Я... Ты слаба, и ты заплатишь самую большую цену среди дров. Бесславную смерть. Валор победил вас. А теперь, ха, похоже, нету настоящих яиц дракона. Жаль. Если не будет другого предложения, я и ухожу. Мы останемся молчаливыми. Да будет так. Смертные все глупцы.
I have no more room for that. Dropped it. Yes. What can I do? You need me? There's always more for a hero to do. I should make a list. You must gather your party before venturing forth. I'm here to help. А теперь самое время додёр отсюда, как можно быстрее. Yes. What can I do to help? You must gather your party before venturing. At once. Сначала избавимся от товара, пока есть возможность. I have no more room for that. Dropped it. I have too much in my pack as it is. You'll have to pick that up off the ground. Зачем я поменял? Ну, нам путь лежит на поверхность. А на поверхности все вещи дроу из адамантита рассыпятся в пепел. Ну не в пепел, в пыль. С ними там я ничего не смогу сделать. Знаю, скверно. You need me? The hero is on the job. Малакринтри, за благороднейший дроу. Я, карлик, простой торговец, приветствую вас. Храни вас, Лолс.
have too much in my pack as it is. You'll have to pick that up off the ground. It's already done. Tis a job for me! I find this a most satisfactory arrangement. Yes! Enthusiastically! I see you there. Ты вернулся! Ты вернулся с победой! Я чувствую мои прекрасные яйца на тебе. Я заберу их и дам тебе награду, которую обещала. Да послужат они тебе в будущем. Но я также обещала безопасный проход, не так ли? Тот, который выведет тебя ближе всего к Боди и Иреникусу. Я отправлю нас туда и убежду... И собираюсь убедиться, что вы безопасно прорветесь. По правде говоря, вы могли бы туда и сами сходить. Но так будет даже кровавее. Это была честь служить вам. Полагаю, вы будете наказывать Дроу? Нет. Они получат то, что они заслуживают от эльфов, которыми они сражаются. Я видела слишком много этого зла, чтобы продолжать сохранять мир, которого не существует. Мой последний акт будет несколько выборочных смертей. Урок для тех, кто несет ответственность за мои страдания, по крайней мере. Они познают, как мешаться в мои дела. Но это дело будущего. Я помогу вам, как обещала. И займусь потом своими вопросами. Перед этим я покажу вам путь на поверхность. Точнее, прежде чем я покажу вам путь на поверхность, я должна себя трансформировать в более подходящую форму.
Выход на поверхность открыт. Удачи вам. You need me? Yes, Abil. I await your need. What do you want? This is a lot more exciting than any circus. Happy to help. To try to help, anyway. You need me? I'm here to help. Темный враг здесь! Атакуйте! Чтобы леса никогда не пострадали от их скверны. За Сулда Неселар! Run if you wish. You'll not get far. Here it is. Можно один вопрос? У вас дроу внезапно оказался в тылу. Это как? Вы, сука, умудрились его проворонить? Вот тупые. Не удивляюсь, что дроу раз за разом приходит в Сулда Неселар и имеет всю охрану. Всю армию долбанных инвалидов. С такой-то защитой. Назад, дроу! Назад в глубины, которую ты называешь домом! Они позволят таким созданиям, как ты, оскорблять деревья Сулда Неселара. Victory unclear. Destruction certain. Yes. Get down. At what? What could I? The hero is on the job. For Queen Elisheim, we shall fight to the death. Покиньте это место, иначе вы станете жертвой случайной. Возвращайтесь на поверхность и доложите Элхану. Он обеспечит вашу безопасность. Greetings, adventurers. Эй, вы!
Вы не темные наши враги. Направляйтесь на поверхность и доложите Эльхану немедленно. Мы изгоним вас, темные. Мы не собираемся терпеть ваши пути, Андердарка. Run if you wish. You will not get far. Yes. Вы не дроу. Направляйтесь на поверхность, прежде чем вас перемерят наши силы. Эльхан позаботится о вас. Tis a job for me. Боюсь, это мы будем заботиться о его безопасности. А то еще ненароком зарежется, деточка. Something up? You need me? How long do you intend to track your back? I say we stop now. Huh? Enthusiastically. My mind's even foggier than usual. Can we stop? Да, разумная мысль на поле боя вздремнуть. Ну почему бы и нет? With vengeance. I haven't walked so much in my life. Being a hero is hard work. Yes. Boy, I'm good. Vitos. What can I do to help? I'm here to help.